Всем привет! Мы сегодня на канале достаем паёк, который дали нам в школе за 2 месяца. Это у нас Республика Татарстан. 7,70 рублей выделяется на ребенка в Республике Татарстан. Очень мизерная сумма. Вот смотрел других блогеров, Сергея, в частности, Республика Крым. Там 36 рублей выделяется. Там они каждые 2 недели получают тоже неплохие, в принципе, пайки. Мы здесь за 2 месяца, за 28 дней получили вот такой паёк. Сумма пайка 215 рублей. Вот, набор школьника с заботой о школьников. Макаронные изделия 1 пакет, крупа рисовая 1 пакет, сахарный песок 2 пакета, сок 200 грамм. Вот такой вот паёчек. Конечно, не разжируешь. Ну ладно. По моему мнению, конечно, лучше бы дали детям яблочки, килограмм хотя бы, сок. И сок бы дали, литр. Все достаточно, 200 рублей все можно было купить. Сок любимый, яблочный, 200 грамм. 2 килограмма песочка сахарного. Килограмм рожков и килограмм риса. Вот такой вот набор в Республике Татарстан. Заботы о школьников. Как думаете, вот нормально этот паёк или нет? Ну лучше, как говорится, что-то дали, чем ничего. Такие дела. Сравните паёчки с другими городами. А на этом все. Пока-пока.